Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня у нас будет необычное видео, а именно туториал по установке мода на фары. Как вы знаете, у меня стоит мод на фары, в принципе, я думаю, это заметно. Вот, сзади меня стоит машина, и на ней стоит заминка на фары. Всего можно выбрать несколько цветов, но этот мод нужно установить отдельно. То есть, хотите желтые фары, установите мод другой. Хотите белые фары, установите мод другой. Хотите красные фары, установите мод другой. Но сегодня я вам это все покажу, как установить. Там ничего трудного, в принципе, нету. И хочу вам сказать, что этот мод заменит не только цвет фар машин, но и вообще весь свет на сервере, на любом сервере. Вы установите мод, и на каждом сервере у вас будет такой цвет фар и так далее. Ну что ж, погнали. Итак, как же установить, в принципе, эту заминки на фары? Вы заходите в описание под видео, которое вы сейчас смотрите, и находите там ссылки. Всего будет там 7 ссылок. Всего есть 7 вариантов цвет фар. Это синий цвет, желтый цвет, зеленый цвет, красный цвет, неоновый цвет, сиреневый цвет и ярко-белый цвет. В принципе, здесь есть скриншоты, но на них можете сильно не надеяться, потому что всегда в игре оно довольно-таки лучше выглядит, чем на каких-то скриншотах. У меня лично стоит неоновый цвет фар, вот такой вот, блин, как бы да. На скриншотах вы здесь ничего не поймете, но нужно устанавливать и пробовать. Устанавливать очень легко, просто, смотрите, выбираете здесь, качать именно zip архив без автоматической установки. Именно вот это выбираете, видите его? Именно выбираете вот таким способом скачать, в принципе. Вот, нажимаете сюда. И ждете, в принципе, эти 40 секунд. Итак, вот вы подождали, и здесь будет, нажмите сюда для начала скачки. Так само скачивайте все цвета. Например, здесь тоже нажимаете там, вот, скачать zip файл. На всех вариантах нажимаете скачать именно zip файл. Не вот это, а именно вот это нажимать. Все, дождались, пока оно скачалось, нажимайте сюда, для того, чтобы загрузить его. И нажимайте ОК. Все, у вас оно скачалось, в принципе. Итак, вот этот файл у нас, нажимаем вот сюда именно, вот. Это папочка у нас есть, и здесь будет папочка модул, в принципе, вот. И есть вот такой вот файл. Этот файл вы, в принципе, ну, можете либо там переместить на рабочий стол, если вам будет это удобно. И, в принципе, закрываете эту папку. Потом вы заходите в папку с игрой. Заходите в папку с игрой, это у меня DSC, Games, потом GTA Online Россия. И нужна вот такая вот папочка Models. Вот эта папка, в принципе, вот, Model. Я думаю, всем прекрасно это понятно. Заходите сюда, и здесь будет такой же файл. Патриарх, по идее, да? Вот он, вот этот файл. Вы просто его заменяете. Берете все вот так, опа, и нажимаете заменить. В принципе, и все. После этого вы можете заходить в игру. И да, забыл сказать, чтобы установить этот мод, игра и мультиплеер должна быть выключена обязательно. Просто потому, что вы так ничего не установите. Ну что ж, я думаю, коротко и ясно я вам, в принципе, объяснил, как установить. Это все довольно-таки просто. Просто следуйте за моими действиями, и все у вас получится. Если вы скачаете мод и будет ругаться античит, не переживайте, просто его выключите и откройте эту папку. И все, там нету вирусов, потому что это сайт GTA Vice City, или как там, GTA, короче. И там нету ни стилеров, ни вирусов, там ничего этого нету. Сам постоянно туда все качаю, поэтому ссылки, повторю, все в описании. Следуйте по моей инструкции, и все у вас будет хорошо. Все, всем пока-пока. I'd be crying.